Нет, нет. Привет, ребята! Меня зовут Господин Рю. Посмотрите, кто у нас тут прыгает. Это King the Bunny в роли красного шарика. И это будет прикольная забава. Сейчас мы тут поиграем, побалуемся и все такое. Так, давайте, ребята, рассмотрим, что у нас тут есть для того, чтобы над ним поиздеваться. Как бы это ни звучало. Так. Смотрите, тут есть какая-то бочка. О, эта бочка взрывается! Быстрее, быстрее, нам нужно его тушить. Нам нужно его тушить, тушить, тушить. Сейчас, сейчас, подожди, не кричи, не кричи. Тушим, тушим, тушим. Все, 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 успокойся. Видишь, мы тебя потушили. Чё ты переживаешь, а? Чё ты переживаешь? Сейчас мы тебя потушим. Сколько тебе воды хватит? Да, тут воды достаточно. Так, мы его, кстати, можем замороженить. Кто у нас превратился в дышку? Он даже не сразу сломался. Так, что теперь? Да что за... Это пузырьки! Так, что-то у нас не хочет пузырьки есть. А-а-а-а-а. Смотрите, от него пузырьки теперь исходят. Прикольно. Давайте, ребят, мы ему сделаем ванночку. Так, где ванночка? Ванночка. Ванночка где-то должна быть рядом. Сейчас мы найдем. Так, где же я ее видел? Вот здесь, по-моему. Нет. Сколько тут всего? Это просто какой-то ужас. Хорошо, давай танцевать будешь у нас в дискотеку. В пузырях, смотрите, танцует. Так, ну да ладно. Поигрались, чуть-чуть хватит. Я хотел ему ваночку сделать, представляете? Только я ее почему-то не вижу, но где же эта ваночка, ребята. Вот она. Буль-буль-буль-бабуль. Кораблик! Смотрите, он может играться с корабликами. Так, кораблик, я буду под водой. Под водой здесь тебя давить будет кораблик. Так, что тут какие-то яйца непонятные. Так, уточка. Уточка самое важное, что может быть. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук подводная. Нет, нет. Смылся наш Бани. Наш Бани куда-то смылся. Так. Душ. Ой, что такое, холодно. Так, давайте добавим нормальной воды. Да вот, хорошая вода, это же не кипяток. Да нормально, что-то не хочешь покупаться. А вот это уже да. Что такое? Ты куда собрался? Ты что там запрятался? Ну вылазь. Ребята, смотрите, как он краснеет. Все, сварился что-то он. Так, а ну остывай. Остывай давай. Оу, oh, ноу! No. Вот это тебе оу, oh, ноу. No. Так, сейчас, а ну-ка, он должен быстрее заморозиться, да? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Кто-то у нас замерз. Так, получай, получай. Может, ты дом теперь. Не хочет купаться. Так, а ты знаешь, что у меня есть вот такой еще душ, от которого тебе придется побегать? От которого тебе придется побегать. Тут у нас такой красный стал.
Так, у меня есть простой душ. Так, ну простой душ он не особо интересен, потому что наш бадди не хочет купаться. Поэтому посмотрим, что у нас есть еще здесь. Так. А, ну это просто бензин. Просто бензин как бы не особо интересно. Ой, мы бы могли в супе сварить, и мы, наверное, скоро это сделаем. Так, тут мы уже все подкрывали. Представляете? Все. Давайте тогда смотреть, что у нас есть еще дальше тут за всякие такие прикольные штуки. Так. Вау, смотрите, метательные ножи. Вот это они летают. Так, что, мне нельзя эти штуки использовать? Ну чё, ну как так-то? Так, есть щит. Бамс. Бамс. Опа, уклоняемся. Ауч. Нет, щит, отстань. Так, какие-то тут штуки. Чего? Что с нашим бани случилось? Почему мы видим какие-то тут штучки? Так, ну это плохо. Да. Так, что тут еще есть? Посмотрим, какие тут есть всякие такие пушечки дальше. Так, какой эскьюз? Мне ну-ка получай. Во, смотри, с мушкета стрельнули. Че ты мне мешаешь? Постоянно не даешь тебе ничего сделать. Ха, он уклонился. Глянь на него. Так. Ну как дела? Ну что там? Не так того, что ты просто со мной сражаться. Так, это пока что нам недоступно. Вау. Вау, смотрите, ракеты еще залетают. Прикольно. Так, у нас еще самая наводящаяся пушка есть. Отстаньте от меня. Так, все. Убирайте ее. Это что такое? А, стой. Так, мне как тебе попасть, ты, чудик? Ты куда уходишь? Ладно. Так уж и быть. Будешь. Патроны тут мои рассыпаешь. Вау. Вот это тут залетает. Так, да погоди ты. Сколько пуль. Так, что-то, ребят, на него это не особо работает. Ну да ладно. А, это у нас была пушка. Я понял. Так, ну что, это последняя пушка на сегодня, пулемет. Ой-ой-ой. Мощно. Ребят, ну что ж, вот такая у нас получилась серия. Дальше будет интересней, дальше посмотрим, что там есть еще. Я надеюсь, вам понравилось, так что ставьте лайки, если вам понравился наш красный бадди.
И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. А ну-ка в мусорку.